Из Кендако района и зовут его Али. Вообще по жизни очень, сука, странный человек. Когда сказали, что пора и тачку покупать, я думал целый век он будет что-то подбирать. Спустя буквально месяц вижу, как Олежа Болл в машине едет, прицепил блатной какой-то номер. Кричу ему: Олег, и что это за тачка, дядь? Тогда с ней орал на пол района Камри 3.5. Сказать, что был я в шоке, это сломно промолчать. Ведь у флексера Олега есть Камри 3.5. Вещи делают японцы, едут запад покорять. Теперь Олежа люто флексит в Камри 3.5. Но ветру ведет опять, жестко стели 3.5. Стер передние все шины, едет их уже менять. Залогинился на тюбе, под обзором написал: Камри, это так надежно, на твой бимер я плевал. Камри 3.5, Камри 3.5. Любви достойна только мати Камри 3.5. Камри 3.5, Камри 3.5. Любви достойна только мати Камри 3.5. Первые 60 километров. Мне не нужно долго рассыпаться в сантиментах. Знают все давно, что Камри — это пушка-гонка. После Камри в других тачках чувствуешь себя неловко. Это фити-фити-кити, кузов Камри 3.5. Про нее плохого даже нечего сказать. Все суки выкупают, сразу ты предприниматель. Если видишь его в Камри, сука, он твой наниматель. Я твой неприятель, я твой покупатель. У меня багажники, стволы и битый дядя. Базарик кучерява будешь, когда я скажу. У меня много сна, и ты залей, я подожду. Поехали на свитыки, зарубимся с тобой. Не вздумай мне отказывать, не жертвуй головой. Мне ничего не стоит тебя быстро размотать. Не забывай, мы двигаемся в Камри 3.5. Любви достойна только мати Камри 3.5. Камри 3.5, Камри 3.5. Любви достойна только мати Камри 3.5. Камри 3.5, Камри 3.5. Любви достойна только мати Камри 3.5. Камри 3.5, Камри 3.5. Любви достойна только мати Камри 3.5. Только мати Камри 3.5, Камри 3.5, Камри 3.5. Любви достойна только мати Камри 3.5, Камри 3.5, Камри 3.5. Любви достойна только мати Камри 3.5, Камри 3.5, Камри 3.5. Любви достойна только мати Камри 3.5.